Из-за Александра Руденко в 2018 году погибли 3 человека, а двое из них дети. Он сел за руль пьяным и проехал на несколько красных сигналов светофора на скорости 150 км в час. Его приговорили к 8,5 годам колонии поселения. Затем краевой суд ужесточил приговор 8,5 лет колонии общего режима и компенсация семьям в 21 миллион рублей. Но защита барнаульского гонщика на БМВ добилась пересмотра дела. Конституционная жалоба подавалась у нас как лицом привлекаемым к уголовной ответственности, привлеченным к уголовной ответственности, осужденным. Вот. Также была подана конституционная жалоба потерпевшими и была подана конституционная жалоба органами прокуратуры, как гособвинителям. Соответственно, у всех были разные требования. Прокуратура, как потерпевшие, просили ужесточить наказание осужденным Руденко. Руденко просил и хотел, чтобы это наказание было смягчено. Максим Печушкин, как юрист, ни с какой стороны не участвовал в процессе над Руденко. Но как появились документы, объяснил нам логику смягчения наказания. Верховный суд Российской Федерации, он как бы дал понять и указал в своем определении о том, что суды нижестоящих инстанций применяли часть 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в более свежей редакции. Сейчас у нас наказание более жесткое по части 6, то есть срок лишения свободы до 15 лет. То есть совершил Руденко преступление как раз до вступления в силу новых, более жестких норм. А в старой редакции 9 лет – это уже предельный срок заключения. При этом суд нашел еще и смягчающие обстоятельства. Например, внесение Руденко 5 миллионов рублей на счет судебного департамента и перечисление около 500 тысяч пострадавшим. Это еще до вынесения приговора. А алкогольное опьянение не стало отягчающим обстоятельством. Ведь оно уже входит в формулировку закона, по которому Руденко и судили. Максим Печушкин считает, что условно-досрочное освобождение Руденко вряд ли дождется. Хорошим его поведение не назовешь. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.